Всем привет, добро пожаловать. Не знаю, куда смотреть, непривычно мне на телефон снимать. Я, в общем, еду на ногти, наконец-то. Вот, я сейчас, знаете, как лоханулась? Просто жесть. Такая, значит, села краситься, накрасила там, тон сделала, бровки немножко, тень чуть-чуть нанесла, стрелочки сделала. Такая, думаю, ну, надо это, ресницы красить. Это ужас какой-то. Это ужас какой-то. А я взяла. Я, короче, начала думать, где моя тушь? Где моя тушь? В итоге, пока я думала, я вспомнила, что в какой-то из дамской сумочки у меня где-то еще валяется тушь. Пока я ей красилась, я вспомнила, что надо пересмотреть. Почему-то я подумала, что я ее выкинула. Пересматриваю свое видео по расхламлению косметики. Смотрю, она как миленькая там лежит. Две кабарет лежит на выброс. И я просто вот так это все горстью взяла и выбросила в урну. То есть я с нее сняла вот этот целлофанчик, положила вот к мусору и выкинула. Блин, так обидно. Просто капец как обидно. И мне сейчас... Ну, надо заказывать. Блин, вот вышло и сразу столпотворение машин. Вот, и мне надо заказывать, в общем-то, то ли на Валберес заказать, то ли зайти в подружку. Магазин подружка там на районе как раз есть. Вот, давно там не была. Ну, вот не хочу заходить, потому что если зайду, потрачу, знаю, что больше, чем мне надо. Поэтому не знаю. В общем, еду сначала на ногти. Девочки, я на маникюре. Знаете, что мы делаем обычно? Мы смотрим. Мало чего. А в самом деле делают ноготочки. Мои булочки. Так смотрится ужасно. Так получше. Я все-таки решила делать себе вишневые. Там видите сколько. Девочки, сейчас смотрим какие-то тейпы. Чего только люди не придумают, чтобы заработать денежку. С одной стороны молодцы, а с другой стороны дурит народ, мне так кажется. Как вы думаете? Вот. Клеишь вот эти вот наклейки, и у тебя морщины уходят. Напишите, что вы думаете. А, делали мне так. Смотрите, концы у меня тоненькие. Делали, да, я помню. Кошмар. Ну, собственно, я уже добралась до дома, сделала себе, в принципе, как и хотела, вишневый. Блин, парковки нету. Время? Ну, наверное, час, может быть, полтора. Парковки уже нету. Я поехала на дальнюю опять. Короче, далеко очень. Пока ехала, у нас здесь, походу, что-то снимают. Может быть, какой-то фильм будет снимать, не знаю. Сейчас попробую пройти поближе и чуть-чуть заснять. Но там вроде бы нет движения, но много вот этих вот, знаете, специальных машин стоят. Сейчас немножко засниму ради интереса. Вот, в принципе, я дома, все нормально. Второй день прошел. В принципе, очень хорошо. Единственный момент, что тупанула один раз на светофоре, а так все было нормально. Вот. Все, иду домой, в общем-то. Лягушка-путешественница. С подругой хотела встретиться. Встретилась буквально на 5 секунд, потому что к ней приехала бабушка. Вот. И к родителям тоже, кстати говоря, не зашла, потому что с утра я ехала, я опаздывала. Вот. И потом я сейчас звоню уже, они уже ушли там, кто по делам, кто в поликлинику, кто на работу. Вот. Так что вот так вот. А вот даже видно, видите? Ой, трясется ножка. Вот они, вот эти вот машины. И там вот какая-то движуха. Но я что-то так подумала, не буду я подходить. Потому что подумаю, что это... Так, издалека, типа, это не я сниму. Но обычно на таких машинах... Ой, я помню, у нас это... Приезжали здесь снимать, кстати, какой-то сериал тоже, по-моему. У нас там около пекарни. В этот раз что-то еще. Но мне кажется, это съемка, потому что вон столики восстанавливают. А, слушайте, а может это никакое не кино? Ну, в общем, вот. Так, я вернулась домой, что-то у меня все потекло. Синяки под глазами. А, слушайте, я не пойму, что-то происходит. Так интересно, довольно интересно. Около нашего подъезда я заходила. Стоят, я вам, кстати, из окна вижу. Стоят люди, блин, что-то в глаз попало. Стоят люди с этими вот лампами для съемки.
Вот, потом со мной вместе зашел мужчина в лифт. Доехал он, ну, до определенного этажа, уж не буду говорить, до какого. И я, ну, лифт открывается, я смотрю, и там эти лампы со съемками. Ну, типа, может, сериал какой-то снимают, типа, у нас, ну, как квартиру снимают, и квартиру снимают, и снимают сериал. Может быть, так? Не знаю, может быть, это какие-то выборы или еще что-то такое. Ну, очень интересно, что происходит. Залезла на форум, ну, на наш, на форум. Что-то никто ничего не пишет. А, я же еще хотела... Что-то немного в глаз попало. Я же еще хотела сходить в подружку. Я уже такая думаю, ну, схожу, зайду, ладно, потрачу чуть больше, чем мне надо, тушь. Вот, мне же я еще хотела вот синячков купить, да, ну, какую-нибудь замазку, да. Такая думаю, ну, возьмут что-нибудь еще там, пару каких-нибудь прикольных масочек. Думаю, ну, ладно, давно не была, порадовать себя. Вот. Захожу, значит... А эта подружка находится в одном входе в обычный магазин «Авоську». Захожу такая, думаю, не пойму. Ее нет, этой подружки. Ее нету, она, ну, видимо, переехала или закрылась именно вот этого отделения, куда я хотела, ну, именно этого магазина отделения, куда я хотела зайти. И вот, вот угадайте, что на месте подружки? Пока я кручу головой, напишите, как вы думаете, что открыто на месте подружки вот этой? Пивнуха. Как будто их так мало. На каждом, в каждом, вот у нас там вот около дома, ну, по крайней мере, блин, мне кажется, через подъезд это пивнуха. Пивнуха-парикмахерская. Ну, пиво вот это на разлив. Причем находится это пиво на разлив, я уже сказала, прям в одном входе, как в магазине. То есть нельзя в магазине, что ли, купить? Ну, как бы вот в Авоське, да? Короче, такие дела. Сейчас хочу приготовить себе салатик. Что-то захотелось мне салатика. Ой. Девочки, ну срач, конечно, срач, но я так по-быстрому хотела приготовить себе салатик. Вы видите его? Этот перец у меня лежал в холодильнике. Значит, перец безумно натуральный, потому что в нем есть... Ну, давай. Вы видите его? Житель. Житель. Опа. О, вообще хорошо видно. Причем я такая открываю этот перец, смотрю, он зашевелился. В холодильнике же этот перец был. Я думаю, что он замерз там, а сейчас зашевелился. Или не знаю, что с ним. О, господи, ладно, что это я? Девочки, кстати, по поводу цветов, они еще стоят. Мне так нравится этот цвет, я прям не могу, вот прям не могу. Они все уже, все засохли. Ну, стоят. Сухие цветы, конечно, плохо дома, насколько я знаю. Неживые цветы тоже плохо дома. Ну, не знаю, мне так нравится этот цвет. Я хочу заказать на AliExpress вот такие вот букеты с пионами. И никогда я не думала, что мне вот понравится именно вот такой темный цвет. Вот у меня стоит же ведь вот здесь в углу вот этот вот, да? Как-то вот он мне вообще теперь не нравится. Вообще не нравится. Поэтому... Я хочу заказать себе вот такой вот букет, такого цвета, может быть, такой с белым или просто такой. Но я сейчас заказывать, скорее всего, не буду, потому что я как бы еще могу потерпеть. Я думаю, может быть, вот 11-го, ну, вот эта вот глобальная распродажа будет. Хотя, блин, еще сколько? Еще 11-го, ну, еще месяц, короче. Ну, не знаю, ну, вот прям 100% закажу, вот не знаю только когда. Хочется немножко сэкономить, потому что если брать такой букетик... Кстати, если кто-то брал, киньте ссылочку, если кто-то брал такие букетики хорошие. Насколько я знаю, они продаются, но я тоже как-то хотела купить. Там вот он один вот такой букет, ну, как бы ствол такой, ну, как бы как вот. И там несколько цветочков, то есть если покупать хороший букетик, то надо 3 покупать. А 3, это уже получается, они там по 200 с чем-то там, да, ну, 600, дороговато для цветов. Не знаю. В общем, если кто-то покупал такие хорошие, они вам пришли по качеству, ну, пришлите, пожалуйста, ссылочку. Салатик приготовила. Хочу вот просто салатик со сметанкой. Одно время мне прям надоели овощи, помидоры, огурцы, а сейчас вот что-то захотела просто без всего. Просто хочу салатик. Вот сейчас пообедаю просто салатиком.
Хотя у меня, я вчера без камеры, конечно, варила суп харчо. Ой, какой харчо, что я говорю? Лагман. Лагман варила. В общем, вот здесь осталось вот макароны. Макароны я делала сама. Мои макароны. 100 муки, одно яйцо, щепотка соли. И оставлю ссылочку наверху, если кто-то, кому-то интересно, как я готовила. Так, и растительное масло. На одну столовую ложку. Все. Я тут аж сделала, по-моему, на 4 яйца. Вчера вот мы поели с удовольствием. Это я вытащила, чтобы муж уже сразу достал себе. Сейчас просто ухожу, пообедаю и ухожу. А я сейчас съем салатик со сметанкой. Захотелось. Девочки, у меня к вам есть огромная просьба. Убрала все-таки те цветы, я думаю, все, хватит. Поставила вот эти. У кого есть, ну, у кого вообще на кухне есть белые, неважно, какой, круглые столы? Я уже как месяц ищу себе круглый стол, но вот безумно хочется мне белый круглый стол. Соответственно, если я даже буду покупать, я сначала куплю стол, а потом еще надо будет покупать стулья. Вот, потому что все это будет очень дорого. Конечно, мне нравится стол из Икеи, вот этот, который 22 или 25 стоит. Но за стол такие деньги отдавать, ну, я не готова пока. Я еще так не зарабатываю. Вот. Напишите, пожалуйста, что я хочу спросить. Напишите, у кого есть и как они вообще вам, вот эти круглые столы, они удобные? Или неудобный. Мне почему-то кажется, что удобнее вот такой стол. Но это мне так кажется. Я боюсь, что круглый стол для меня будет неудобный. Да, и напишите, пожалуйста, где покупали. Ой, я что-то в Хофф смотрела, там что они за 17 есть похожие, вот как вот это вот на одной ножке в Икее. Но тоже дорого. У меня, если честно, потолок 10 стол, потому что еще стулья, это еще 10, и тут 20 уже. Красить, честно говоря, желания пока нету. Вот нету, потому что перед тем, как красить, его надо ошкурить, потому что он уже покрашен просто в обычный лак, да. Чтобы ошкурить, блин, это надо вообще, по идее, лучше бы, конечно, в гараж отвезти и все это сделать. Но это, ну, для меня это очень сложно будет. Но это надо его разобрать, надо его вытащить, надо это. Ну, короче, а здесь шкурить, потом вот эта вот вся вот, ну, вот эта вот шкурочка будет летать здесь. Ну, не хочется, короче, мне вот, честно говоря, заморачиваться. Мне не жалко будет этот стол, да? Стулья мне жалко. Вот стулья, я вот думаю, скорее всего, может, и не знаю. Потому что стол стоит всего 2000, его не так жалко. 2200, по-моему. А вот стулья, по-моему, стоит как раз тоже 2500. Ну, я их брала по акции, по-моему, давно-давно. Короче, девочки, напишите, пожалуйста, я вас очень прошу. Я, по-моему, уже спрашивала у вас, да, про этот столы. Но что-то, по-моему, мне никто не ответил. Я прям так хочу сюда белый-белый стол. Вот. Ну, в общем, буду заканчивать видео-влог. Всем пока-пока, хорошего настроения, не забудьте про лайки и жду ваших комментариев. Очень нужно, девочки, пожалуйста, напишите, у кого есть. Или, может быть, у кого-то из друзей есть, я не знаю, что они думают по этому поводу. Но просто, блин, вот даже 10 тысяч тратить, ну, блин, не знаю. Простите за оладушки и блины. Все, всем пока-пока и хорошего настроения.